В Одесі створили інтерактивну мапу торговельних павільйонів. Вона потрібна для інвентаризації всіх вуличних об'єктів. До переліку потрапили торговельні кіоски, дитячі атракціони та літні майданчики кафе. Перевірити всю інформацію можна буде за допомогою QR-коду. А об'єкти, що не матимуть наліпки, будуть вважати незаконними та демонтувати. А як ви ставитеся до вуличної торгівлі та кількості мафів в Одесі? Ну, эстетически, конечно, они малоприемлемы, но, в принципе, удобство, ну, смотря где и смотря чем они торгуют и что они, какие услуги предлагают, вот так. Так что тут дифференцированно подходить надо. Я против этого всего. Исторические части города, они предназначены, мне кажется, для того, чтобы люди ходили, отдыхали там. У нас курортный город. И люди, которые к нам в гости приезжают, они не должны смотреть на эти мафы, а любоваться архитектурой, кстати, которую тоже можно было бы как-то подреставрировать, что-то сделать, улучшить, потому что это наш старый город, и он, архитектура – это визитная карточка любого города, будем говорить так. Ну, смотря какую, наверное, если… Ну, вообще, если ставить мафы, я так думаю, что где-то в районе каких-то, скажем так, рынков каких-то таких мест, а вдоль улиц, ну, смотря какую пользу они несут. Если это просто море пива или что-то еще, это одно. Если это кофе, это другое. Если это стоят в ряд и какие-то курчаты, и все, конечно, оно не улучшает. Но лучше, может быть, пусть будут такие, какие они ставят, красивые, чем будет что-то страшное в виде какого-то киоска, в котором ничего, ну, вы понимаете, не цивилизовано, ничего нету и просто какой-то кошмар. Эстетически для города они неприемлемы, это должно быть все убрано, особенно парадная часть города, где у нас много туристов. Что касается функциональности и удобности, я думаю, что сейчас достаточно много вокруг других магазинов, где можно приобрести тот же самый товар. Поэтому однозначно убирать. Если честно, не обращала внимания, но, наверное, полезны, если они красивые и вписываются в архитектуру города. Меня смущают объекты, которые не вписываются в архитектуру, да, смущают. То есть такие огромные дома, то есть это как-то неуместно. А мафины я не обращала внимания. Ну вот как-то не знаю. Думаю, что не портят они внешность. Я думаю, что нормально, это очень удобно. Люди отдыхают, и они выбирают, где им лучше отдыхать. Это мое такое личное мнение.